О готовности к торжествам, а также о том, с какими показателями подошли к празднику, говорили на еженедельном совещании правительства республики. В 2014 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог запланировано около 2,5 миллиардов рублей, причем 2 миллиарда – средства дорожного фонда. На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним предусмотрено 105 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 178 дворов и 72 проезда. Премьер-министр Иван Моторин обратил внимание коллег на недостаточно активную работу в некоторых муниципалитетах. В 4 районах до сих пор не прошли аукционы на выполнение дорожных работ. А также поинтересовался, какие меры принимаются к недобросовестным подрядчикам. Нарекания качества ремонта есть и по объездной дороге, и по Мурпосадскому шоссе, и по другим объектам. Пока на сегодняшний день действует гарантийный срок после ввода объекта. Действительно, по объездной дороге полигона Табуа вопросы были. Администрация Чебоксарского района вышла с претензией по устранению замечаний. Ну и постоянно будем держать на контроле. Также на совещании подвели итоги 7-го Чебоксарского экономического форума. В его работе приняли участие более 1000 человек, в том числе представители органов исполнительной власти и организаций из 30 субъектов России и 7 иностранных государств, из Минэкономразвития России, Минрегиона страны, Торгово-промышленной палаты и Государственной думы. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.